Помните, чему учила своих дочерей миссис О'Хара в «Унесенных ветром»? Она говорила, что именно кожа, а не одежда, выдает в девушке истинную леди. С этим не поспоришь. Немаловажную, а может и главную роль в уходе за кожей играют ванные процедуры. Поэтому жизненно важно правильно выбрать и подобрать средства для них. За этим мы и отправились в магазин натуральной косметики Standards. Мы не случайно выбрали именно его. Магазин натуральной косметики Standards стал победителем в номинации «Лучшая натуральная косметика 2013 года». По признанию абонентов справочной службы Infox звездочка 1200 и по итогам голосования на портале infox.kg. За них проголосовало более 5000 абонентов. Хочу еще раз поблагодарить всех наших постоянных покупателей, не только всех тех, кто голосовал за нас в проекте «Голосуй за». Номинации «Лучшая натуральная косметика». Огромное спасибо. Еще раз, я думаю, мы подтвердили, что наша продукция лучшая. Приходите, ждем вас в гости в наши магазины. Вернемся вновь в магазин. Соли для ванной, гели для душа, эфирные масла для бани и многое другое. Сюда мы пришли не только из-за ассортимента, который впечатляет. Дело в том, что вся продукция сделана по старинным рецептам и состоит из натуральных компонентов, а все мыло ручной работы. Больше всего мне нравится мыло. У них очень большое разнообразие, и мне нравится практически все. Хотя я не всем пользовалась, но многим. Очень много, и в зависимости от видов кожи, от проблем женщин, они могут подобрать продавцы магазина. Мне это тоже очень нравится. Все, кто хоть раз побывал в этом магазине, однажды всегда возвращаются вновь. Это и неудивительно. Жаль, что камера не может передать тот аромат, который чувствуется здесь. Это запахи природы, вкусных и сладких ягод. Эту продукцию хочется не просто купить, ее хочется попробовать на вкус. Эта косметика, если говорить о мыле и о гелях для душа, она не сушит кожу совсем. Это как бы для женщин, наверное, один из важных таких компонентов, что как бы содержит она масла и не сушит кожу. Мне это очень как бы нравится. Наши бабушки говорят, что нет ничего лучше хозяйственного мыла, ведь оно натуральное, без вредных химикатов. Мы с этим утверждением спорить не собираемся, просто предлагаем более приятную альтернативу. Оно тоже натуральное, но приятно пахнет и обладает омолаживающим эффектом. Ну, в основном очень большой спрос на мыло. Казалось бы, что такое просто мыло, но нашим мылом, в принципе, можно мыть все. И головы, и лицо, и тело, и деток. У нас есть гипоаллергенное мыло, есть мыльца для проблемной кожи, для сухой кожи, как бы вот... Есть две премиум-класса линии с янтарем, с натуральным и с натуральным золотом. Это вот уже для, скажем так, королев, которые себя любят побаловать чем-то подороже. Standards является в Европе ведущим брендом по натуральной косметике. И мы решили как бы привнести в Среднюю Азию частичку Европы. Шампуни здесь тоже необычные. Они не пенятся, так как не содержат тех химических добавок, которые есть в каждом шампуне. И тем не менее, постоянные посетительницы рады и приобретают их регулярно. Результат налицо. Раньше у меня была проблема с жирностью волос, и хотелось очень быстро отрастить волосы. Мне посоветовали Standards. Я действительно использовала его в течение, наверное, нескольких месяцев и увидела видимый результат. Потому что мои волосы стали более густыми, более блестящими. Рост значительный, если раньше мои волосы росли на сантиметр в месяц, то сейчас два и более. Здесь порадовать себя мелочами могут не только женщины, но и мужчины. А для детей есть специальное гипоаллергенное мыло из козьего молока. Любителям горячего пара придутся по душе эфирные масла, гели для релаксации, массажные подушечки и многое другое. И, кстати, уважаемые мужчины, вопрос, что подарить любимой, снят с повестки дня с появлением магазина натуральной косметики Standards. Девушки просто обожают, когда им вручают такие ароматные подарки. Во время праздников у нас очень большой поток мужчин, которые бегают в суматохе, не знают, что подарить. Все к нам приходят. Если к нам обратился человек один раз, он становится нашим постоянным клиентом.
what your word.